Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Toyota Wish 2010 года выпуска в максимальной комплектации S на оригинальном 16 литье. Хорошая, почти новая летняя японская резина установлена. Dunlop 2019 года выпуска 195-60-16. Задняя полусфера остекления у нас затонирована. Штатная камера заднего хода. В дорогом цвете Снежная королева 0.70 перламутр. Оптика у нас ксенон, притемненная, так как это S комплектация. Что по салону? Бесключевой доступ. Кнопка старт-стоп. ТРК антиюз. Так, подрулевые лепестки. Кожаный руль. Состояние идеальнейшее. Так, хороший магнитофон. 60-я модель. SD-карточку читает. CD, MP3, DVD, Bluetooth. Так, многое другое. Пробег у данного автомобиля 150 тысяч. Несмотря на пробег, состояние в целом салона, автомобиля, ходовой части, технической, отличное. Так, аукционный лист сейчас покажу. Автомобиль семиместный. Ряд сидений. Так, аукционный лист. 3,5 балла из-за пробега. ББ, кузов, салон. 10-й год, 150 тысяч пробег. По кузову вообще незначительные замечания. Номер кузова. Проверяйте, сравнивайте. В статистике есть. Честно, аукционный автомобиль. Данный автомобиль продается. Подробная информация по телефону